мелочь на кармане приятно шелестит. Надо бы, ребята, хату намутить. Захожу в контакт, нахожу барыгу. Выглядит уверенно и вроде не ханыга. Что, Слав, как настроение все? Отлично, устал только. Что? Устал только. Устал? Похода. Это тебе, блядь, не по огородам лазить, мак резать. Как там у Мамонова? Среди полей стоит состав. Людьми покинута машина. В деревне спящий режет мак. Седые строгие мужчины. Было дело, да, Слав? Да было давно когда-то. Всего было. Могли сразу сколько гектаров дач обработать? Да много. Прямо так заходили в дачный поселок и погнали, блядь, через заборы, блядь. На одну дачу заходишь, между дачей и забором нет. Ну и что? И пошел. И пошел. А как вы делали-то? Прям бошки резали или как? Собирали на бинты? Нарвешь кучу целую. Там засядешь где-нибудь в кустах и сидишь. Хуячишь, блядь. Да, лезь и винтик. А потом идешь какая-то. Палочка, палочка, на палочке винтик, там, как флаг, блядь, идешь. Как дурак, блядь. Ты вроде говорил, вы поначалу не кололись-то никуда. Да, да. Нарежешь этих капельки, выступит молока, вот их слизываешь. Ну, бошек 40 и алис. Бошек 40 обсосешь и вставляет, да? И алис, блин, на целые сутки. Нихуя. Ну и как он прет-то? Ну как? Тащит. Тащит? Тяга просто есть. Как нашел надвижняк там нашел. Да ну какой? Ну медленный. Медленно? Медленно. Под водички попьешь, опять тебя разводит, как от спирта. Да? Ни хрена себе, блин. Она через мясорубку бошки крутили там. Ну это химия, говорит. А говорят, можно накрутить через мясорубку с медом, помешать, сожрать тоже прет. Я раньше на кумарах сил нет терпеть, блин, эти. Пока набиваешь, бошки эти жрал. Ну и помогает? Ну, помогает. Только потом из туалета не вылезешь. Срать охота. Понос. Понос, да. Нихуя себе, а, блядь, балдеешь и понос сразу. Нихуя, срёшь, кайфуешь. Бля, тяга, тяга пошла. Да. Тяга пошла, блядь, сортира хуй вылазишь, блядь. Там типа, блядь, кто-нибудь звонит там, ну как там твои дела, там тащит, ништяк. Как там Рэмбо говорит, пошла за ебца. И пошла за ебца. Сутки в сортире просидел, раскумарился. Вот так раскумарился. Да.